Козлова Андрея, не помните? Его выгнали вообще. Так вот этот был тоже самое. А что, у нас есть один? Ну, подожди, черва был тоже... Слушай, что такое черва? Так у меня его рядом. Там мы его расставляли все время, там валял. Не знаю, мы все его расставляли. Я лес целого был маленький. Нет, подожди, какой Сережа? Подожди, он не ничего. Олег там понесет. Олег Томов знает. Он на Кутовой с нами там. Мы там. Какой? Он Олега Томуша не знает, он с тобой сейчас стоит, лежал. Я наблюдал. А что есть еще один? Ну я его, это имя, вот это Роме, мы на Кутовой там. Он вообще попадает ко мне больной. Мое имя. Я ему говорю, подожди, а у тебя родственника нет? Он говорит, а у нас это полная деревня вся. Да. Я ему говорю, подожди, а у меня нет. А Сережа Сомов. Сережа Сомов. Такой, говорит, на птичьем рынке рыбками торгует. Да, да. Я говорю, так ты, а он такой там стал, такой, говорит, такая репа, говорит, что-то такое. Ну, по тебе кажется, тоже пышечка такая. Я не знаю, я не знаю. А вот это вот совсем пышечка. А вот это вот совсем пышечка. Не он так знает, это не я, это он так. Да, а я ему говорю, ну... С какого года работаешь? Я... Так, значит, на соборке я... 7 лет. А рыбками с какого года? Я рыбками я! Нет, смотри, я Вчера прыгали. Нас было две собаки. Да, они там не сравнились.
Ні, ну смотри, вчора вихожу вечером. Зараз часу где-то начала вихожу, Это как анестезия, один из них сразу перестает болеть. Нет, пожалуйста. Ну ладно, бесплатно. За вас. Давайте. Все были. Вы приедете своей машиной забить. Я же собак понимали. Как я приеду? А я тебе приеду. Только тебя дома не будет, а я заберу твою собаку. Кто от укусов потом будет меня оперить? Это не так.